Всем привет, мои зрители! С вами канал Mazda MPV Колхоз Наше Все. И сегодня очередное видео от Гриши Моторчика по испытаниям термовыключателя для системы охлаждения нашего двигателя от Citroёn и Peugeot. Смотрим, набираемся опыта. Провожу испытания термовыключателя Vernet Peugeot Citroёn трехконтактного. Вон он там в кастрюльке плавает вместе с датчиком температуры китайским. Короче, открытые источники не говорят, как его подключить. Вот. А лазить по схемам этих Peugeot Citroёn мне не хочется. Чтобы смотреть, какой куда, на какой вентилятор. И то не факт, что все это даст результат. А в итоге подключил я цешечку. Где она? Цешечка? Нет, не туда. Вот сюда. В общем, цешка. Китайский показометр с датчиком. Ну и, соответственно, термовыключатель. Сейчас смотрим. Вот это, я подозреваю, должен быть приход массы. Вот эти, какая из них какая ступень, сейчас выясним. Вот. Должен включиться где-то на 92,5. Так, ну тут уже 90. Сейчас, наверное, где-то должен включиться. О, щелкнул. Здесь было 91,2. Так, первая щелкнула. Когда щелкнет? Ай-яй-яй, вторая. Блин. Так, вторую зацепил, пока не щелкнул. Температура 92,93. Добавляем маленько гари. Водичка кипит. Вторая ступень еще не щелкнула. О, 97. Ну, что-то типа того. Выключаем. Сдвигаем. Сейчас будет остывать. Посмотрим, когда выключится. Так, ну 91,8 уже. Вторая ступень пока еще пищит. Но опять же, это китайский датчик. Оп, выключилось. Что там было? 88,2. Переключаем на первую ступень, она еще пищит. Да зацепись ты, крокодил сраный. Так, первая еще пищит. Должна первая погаснуть на 87,5. Ну, по науке. По заявленному на датчике. Хрен ее знает. Наверное, ну это, видимо, китайский датчик быстрее остывает, чем такой здоровенный латунный термовыключатель. Плюс стоит на металле. Нифига, уже 75. Нифига не 87. Ну, вырубится. О, выключился. На 73 по китайским показаниям. Ну, короче, вот такие вот эксперименты, да? Вот он, термовыключатель. В общем, у него здесь вот так по порядку контакты 1, 2, 3. Нигде не написано, какой из них конкретно как, какой из них насколько включится. Не нашел такой информации ни на драйве, нигде. Ни... Вот этот приход массы, тот, который первый, это точно приход массы. Второй, вот этот, это вторая ступень, а вот этот третий, это первая ступень. То бишь, вот этот раньше включается, этот позже. Вот, вот этот вот на первую температуру включаем, это на вторую. Может, кому поможет.